Дорогие друзья, появилась печальная новость. Вы даже себе представить не можете, что произошло сегодня рано утром с известной российской артисткой Екатериной Варнавой. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши новости, мы их делаем специально для вас. Сегодня рано утром, друзья, известная российская артистка Екатерина Варнава попала в больницу с серьезными укусами от собаки. Как сообщают врачи, она просто решила утром возле подъезда погладить большую бродячую собаку, которая в итоге ее и искусила. На данный момент Екатерина Варнава находится в больнице, ей уже оказана медицинская помощь. Более подробнее об этой всей трагедии мы сообщим только завтра рано утром, друзья, на нашем YouTube-канале, в нашем новом выпуске. Смотрите наши новости, спасибо вам за вашу активность. Мы очень благодарны вам, дорогие зрители и подписчики, за то, что вы поддерживаете наш канал каждый день.